Язык показать? Не надо. А что? Не надо. Вы это, балакать будете, потом вечером? Будем. А ты танцевать будешь, нет? Под вашу? Да хоть под нашу. Буду. Будешь? Ой, еще. Хорошо. О, привет. Thank you.
Полукругом садитесь, сюда ближе двигайтесь. Давайте ближе. Она вас запрещает. Саша, маму, вы сюда, Пашу поближе. Кто не свою, пусть поют. Как игра, когда ничего не смешно. Так, поехали. Только громко, Виктор Андреевич, потому что ничего не слышно. Ничего не надо на пиано, прямо громко. Женя, ну хоть ты не отвлеклась. Камушки открыл. Открыл. Все. Пошли. Я обалдею, нафиг мы сюда вообще вот с этими балалайками пришли. Играйте, Евгений Геннадьевич, играйте. Сейчас. Так, что играем? Гармонь недовая! Конечно. 4 часа, ребята. Ты опять в кадр попал? Давай. Что я в кадр бы не попадал? Чё в кадр лезешь, а? Чё в кадр лезешь? Ну, отвернись. Да ты, я поворачиваюсь, ты там. Видишь, я поворачиваюсь, ты там. Людмила Викторовна. 2, 3, 4.
Да дирижабель там, дирижабель. Там. Нормально. Это свои, скажем, может там запасал сберить. Проходи сейчас. Мы куда пошли? Проходи сейчас.
Июня пришла. Она у нас уже. Звоним просто разговариваем. Танго, танго, поехали. Я за баян. Ты за баян, ну. А я за что? Поехали. А как его, поехали, как его одевать? Вот так вот на плечи. Вот да. Я вот эту вот команду боюсь. Боюсь. Режиссер Гамелия, когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Европу, солнце светит прямо в глаз. Я говорю, все, вот это так. Спасибо. Это что, это будет? Ну еще снимать, Евгений Геннадьевич? А? Кого снимать? Тебя. Нас. Меня, его. Короче, никого. Снимать. Гармошку снял, говорушечку? Да. Какую? Это знакомый твой? Где? Yeah, оно? Или ты, я думал, ты просто пацана? Да нет. Ты ебал. Знаю, знаю. Моряк. Да что, диски мне, DVD принесите, я вам перепишу это. Ну какие, смотри. Че не играешь? Давай, Вячеслав Николаевич, поехали. Большой театр. Снимай. Наклейки. Да. Готовы? Поехали.
Разбежаемся. Дима, ну, скажи, что будет. Но сыграйте хоть что-нибудь.